Желто-красный – это у нас переменка с генератора. Белый – это у нас регулирующая обмотка. Эти два провода идут в реле напряжения. Дальше черно-красный – высоковольтная катушка. Зелено-белый – дублирующая масса. Бело-синий и бело-красный – это два провода с индуктивного датчика. Если коммутатор имеет один вход под индуктивный датчик, значит один из проводов просто подключается на массу. Какой же именно из них подключается в коммутатор, а какой на массу, здесь нужно проверить только опытным путем. Если мопед заведется в обратную сторону, значит нужно просто поменять эти провода местами.